100 беженцев примет в ближайшее время роскошная резиденция, в которой еще недавно единолично проживал бывший президент Украины Виктор Янукович. Под свою ответственность заселять людей из Крыма и Донбасса в Межигорье начал его комендант. Беженцы занимают дома для прислуги и охраны, которые больше похожи на номера в 5-звездочных отелях. На сами хоромы с золотыми унитазами бывшего главы страны не претендуют. Говорят, нужно сохранить все как есть, для истории. Там все очень дорого, ну, материалы и так дальше, и очень много еще ценностей, поэтому туда мы не можем поселять со всей, как бы, со всем желанием, но и с другой стороны ответственностью за это все. Но кроме этого, так, как вы знаете, и кто из вас был на Межигирье, территория у нас очень большая, помещений есть очень много, из них есть еще помещения, где предназначены условия для существования людей, проживания. Мы их просто облагородим, ну, как-то в лучшую сторону, чтобы было удобнее людям там проживать, семьям. И я считаю, что до 70 человек мы еще однозначно возьмем. Семьи из горячих точек обеспечивают питанием и вещами первой необходимости. На нужды беженцев зарабатывают сами. Вход в резиденцию сделали платным. Людей заселяют бессрочно, что дает им определенное спокойствие. Можно не торопясь искать работу и новую крышу над головой. В родные места, откуда приезжают беженцы, им возвращаться пока нельзя. В Луганске действуют вооруженные бандиты, которые дошли уже до полного маразма. Ну, например, сегодня они потребовали закрыть Макдональдс и запретили продажу Кока-Колы и Пепси на основании того, что это американские продукты, вражеские, ну вы понимаете, да? Уже похищают не просто каких-то людей, которые причастны к политике или журналистов, уже похищают обычных граждан. Сегодня похитили директора школы. Позавчера приезжали домой к моим родителям, забирали на допрос отца, которому 70 лет, они уже ничем не блескают. Среди историй беженцев встречаются вопиющие, когда люди остаются наедине со своими проблемами. На Майдане говорят, что нельзя допускать такого и по возможности всем участвовать в благотворительности, ведь, как известно, рука дающего не оскудеет. Вчера они связались со мной, что они находятся уже 2 недели без еды. Вот. Мы организовали группу, которая переслала им туда деньги. Эти люди приедут сегодня сюда. Вот. Потому что их бросили, забросили, и никому они не нужны. У меня убедительная просьба ко всем. К средствам массовой информации, к жителям Украины. Давайте вложим в это во все просто капельку своей души. И будет намного легче. Давайте организуем действительно какое-то мероприятие по поводу того, чтобы достучаться до всех. Потому что вы сами прекрасно понимаете, я одна в этом во всем. Никак, ничем каждому помочь не смогу. Как рассказала член Координационного совета Майдана Гайде Резаева, сначала беженцев хотели поселить в доме бывшего генпрокурора Виктора Пшонки. И, видимо, скоро доберутся и до его дворца. Прежним владельцам роскошных квадратных метров остается лишь вспоминать о своей некогда сладкой жизни, от которой сегодня есть хотя бы польза людям, оставшимся без крова. Thank you.